Это, я так понимаю, местная Сейбер Турбо, да? Сука! Блядь! Это шутка, да? Всем привет, друзья, с вами Спектр, и сегодня мы с вами поиграем в новую модификацию для GTA Vice City под названием Grand Theft Auto Underground, которую вы меня просили очень, довольно часто все-таки просили снять. Так вот, в общем-то, дело в том, что почему-то этот мод у меня не захватывается программой для записи, поэтому мне пришлось выбрать режим записи рабочего стола, но я надеюсь, что все будет хорошо. И я про этот мод никогда не слышал. У меня его никогда на диске не было, и поэтому это будет для меня своеобразный первый взгляд. Поэтому давайте без лишних слов посмотрим изначально на скины. Да, скин здесь только один. И из-за того, что я вырубил ограничитель кадров, он движется очень медленно. Но я понял. Вот, поэтому давайте начинать. Кстати, музыку мне пришлось вырубить, ну, понимаете, авторские права, все дела. Но, если вам интересно, тут играет музыка из андерграунда, например. Понимаю, поностальгировать можно было бы, да, с такой музыкой, но, извините, не получится. Ну что ж, давайте начинать. Как обычно, ссылку на скачивание я дам, когда выйдет обзор на этот мод, поэтому ждите. И надеюсь, вы поставите палец вверх. Давайте наберем 200 пальцев вверх. Я думаю, мы это осилим, да, на этой части прохождения. Осилим ведь? Осилим. Давайте начинать. Я уже в предвкушении. Underground. Стрип-клуб Pole Position. Зря я, наверное, ограничитель кадров отрубил, да? Ну, ладно, посмотрим сейчас, как пойдет у нас. Так, это у нас Томми Версетти. Блин, надеюсь, там не играет лицензионная музыка, иначе это капец. Вау, как Томми медленно идет, просто шикарно, шикардос. Окей. Не, походу, все-таки будет лицензионная музыка. Клуб The Pole Position. Ну и что? Что за херня происходит? Это все из ограничителей кадров, я понимаю. Походу, мне его придется вырубить. Ага, вот и как раз мобилочка звонит. Томми, здорово, давно не... Итак, возьми самую быструю тачку и направляйся к старту. О, честь, самую быструю тачку. Ну, давайте, на которой вот мы приехали, на такой поедем. О, тут есть топливо, километр в час. Слушайте, ну, неплохо, неплохо. Так, а что это у нас за отметки вот эти вот? Что за кресты такие интересные? Давайте проверим. Не, погоди. Я, кажется, понял. Это пейнт-спрей из заправки, да? Я прав? Слушайте, походу, я прав, да. Угу. А как заправляться? Окей, может, надо проехать через мойку вот эту? Давайте проверим. Нет. Ладно, народ, если что, я в комментах надеюсь на вас. Может быть, вы мне напишите, как тут заправляться или что-то типа того. А, вот-вот-вот-вот, заправка пошла, смотри. Да, бак заполнен доверху, и деньги у меня тоже за это сняли. Слушайте, ребят, ну круто-круто, я вам скажу, круто. Довольно круто. Ну что, погнали на гонку. Топливо у нас с вами есть, ребята, поэтому попробуем что-нибудь сделать. Кстати, если не ошибаюсь, есть две модификации. Есть Underground 1 и есть Underground 2. Если я не ошибаюсь, опять же. Так вот, эта версия изначально называлась GTA... Ну, вы прочитали, да? Grand Theft Auto Underground. Поэтому, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если все-таки есть второй Underground, то мы его, конечно же, тоже пройдем. Так, хорошо.
Главное, чтобы мне, кстати, топлива хватило. Первая гонка у нас, судя по всему, будет в аэропорту. И Sunshine Auto у нас помечен зеленым крестом. Я так понимаю, в Sunshine Auto мы сможем купить себе новые тачки. Некоторые машины, как вы видите, видоизмененные все-таки отчасти. Поэтому посмотрим, что да как. А, тут гонка нестандартная немного, да? Окей, давайте не будем нарушать правила, давайте встанем на контрольную точку. 3, 2, 1. Блин, у них офигенные тачки. Феррари, я смотрю. И две каких-то мне непонятных. Не особо шарю в автомобилях, поэтому... Ну, вы же мне опять в комментах напишите, правда? Вы же хорошие ребята. Так, окейшки. Аккуратненько. И мы уже, блин, почти первые. Это, я так понимаю, местная Сейбер Турбо, да? Сука! Блядь. Это шутка, да? То есть, это так легко? То есть, это... Пиздец. Окей, друзья мои, на этот раз я взял другую машину. Правда, я забыл заправиться, но надеюсь, мне топлива хватит. Это Инфернус, ребята, это Инфернус. Поэтому давайте на этот раз я смухлюю. Вот так вот. Вот и все, я еду первый, и мне никто не мешает пока что. Лохи, блин, врезались уже. Окей, ладно, не буду вспоминать свою первую попытку здесь, поэтому будем ехать осторожно, да? Так что вот, друзья, Grand Theft Auto Underground, как вы меня и просили. Надеюсь, вам понравится первая часть прохождения. Если она вам очень сильно понравится, то пройду мод для вас полностью. А возможно, еще и постримлю его. Конечно же, будут видеоролики по этому моду. Мы автомобили с вами будем смотреть. Ну, в общем, топ-контент обеспечен. Так. Слушайте, я сейчас искренне надеюсь, что мне хватит топлива на эту машину. Это, знаете, такая хардкорная гонка будет. Хватит ли спектру топлива на первую гонку? По идее, вообще, да, у меня даже хватит времени сменить машину, кстати. Слушайте, это полицейское радио заткнется или нет? Потому что я сбил полицейского минут 5 назад, и звезда все еще не сбросилась. Ну ладно. А если мимо заправки проедем, можем сразу пит-стоп себе, да, организовать, друзья? Конечно. Это же легко. Слушайте, с полицией реально какая-то проблема, потому что звезда не сбрасывается уже очень долго. Надеюсь, вы сейчас видели, кстати, загрузку, которая была. Классная там тачка была. Так, продолжаем. Слушайте, топливо-то заканчивается уже. О, нормально, мы с вами как раз проезжаем мимо... А, нет, нет, не мимо. Да пофиг, чуваки. Будем ва-банк ехать. А, так это последняя точка. Блин, прикиньте, у меня сейчас топливо закончилось, да? Прям вот перед финишем. Время 1:40. Вот так вот. И топливо, к сожалению, закончилось. Ты выиграл $5000. Ни хрена себе начало, ребята. Ни хрена себе начало. 5 кусков долларов выиграл. Это просто нечто. Слушайте, я с такой машиной на самом деле не хочу расставаться. Давайте мы с вами ее заправим. Я думаю, мне хватит топлива, да? Да, все, топлива хватит. А что, стой, а если выйду из машины? А, это просто показывает на заправку, да? Окей. Слушайте, много, конечно, денег тратится на заправку. Вот, серьезно. Бак заполнен доверху. Так, подожди. А зачем здесь все еще круг этот? Ну ладно. Окей. Что мы делаем далее? Ну вот, я выиграл $5000. Давайте теперь поездим, посмотрим, что у нас тут еще. Что у нас тут еще есть? Слушайте, не могу поверить, если здесь реально всего одна миссия вот эта. Не, ну смотрите, по идее у нас еще один крест помечен. И, я так понимаю, еще одна заправка помечена. Поэтому все-таки что-то можно сделать.
А, этот крест у нас, это, видимо, следующая миссия. Где мы сможем с вами выбрать новую машину. Давайте посмотрим. Давайте. Не будем сразу же терять времени. Эту машину я все равно украл на улице, поэтому... Так, следующая миссия. Квалификационный заезд. Угу. Как же Томми круто ходит. Ну, я так понимаю, он будет идти 1000 лет, да? Потому что вон чувак находится далеко. Окей. Ну, кстати, Sunshine Auto, в принципе, заполнен автомобилями, поэтому, если что, смогу взять все, что мне захочется. Ну да, катсцена, конечно, немного длинная. Ну да ладно. Окей. Так, Томми Версетти скоро уже подойдет к нему. Блин, если бы этот чувак сам вышел к нам навстречу, было бы, конечно, гораздо быстрее в этом плане. Хорошо, давайте смотреть. Такие роботизированные движения на самом деле делает. А, ты Томми Версетти, верно? Так вот, ты неплохо показал себя в первом соревновании. Не хочешь принять участие в чемпионате по уличным гонкам? Конечно, хочу. Признаться вам честно, всегда хотел стать настоящим стритрейсером. Угу. Ну что ж, раз ты согласен, то проедь один квалификационный заезд на время, и после этого сможешь принять участие в чемпионате. Отлично. Так, у нас тут с вами стартовая точка... Ага, здесь она. Слушайте, а у нас с вами нет машины. Кстати, давайте посмотрим, есть ли тут спрятанный пакетик. Кстати, чувак исчез. Мне просто интересно, есть ли тут спрятанный пакет? Нет, нету. Ну что, поедем на Hot Rink Racer, который заменен под... А, это гепард? Здесь даже машины в Sunshine Auto заменены, прикиньте. Окей, половина бака, я думаю, мне этого хватит. А в какую сторону-то ехать? Надеюсь, в эту. А, квалификационный заезд, это от точки до точки на время, я понял. Да-да-да-да, в Underground 1 была такая штука, да, мне очень нравилось. У Ти-Джея, по-моему, это было. Блин, слушайте, мне так захотелось аж для канала перепройти первый Underground, на самом деле. Блин, небо шалит, видите, да? Небо немного туда-сюда шалит. Короче, ребят, если вам не нравятся такие блики, ну и всякое такое, я могу, если что, в 30 FPS записывать прохождение. Просто картинка будет, ну вы понимаете, да, немного другой, все-таки 60 и 30 кадров, они ощутимы на видео. Ну ладно, я думаю, можно, в принципе, потерпеть будет. Давайте, да, давайте проедем квалификационный заезд и... На этом пока первую серию прохождения завершим. Я посмотрю на активность, которая будет, и, соответственно, дальше уже с вами посмотрим, что будем делать. Спокойно. Миссия пройдена. 9 кусков долларов, друзья. Давайте в клубе Малибу заберем еще 4000. 21 тысяча у нас с вами на данный момент. Ну что ж, у нас с вами доступна миссия на Sunshine Auto, опять же. Вот, и в принципе все довольно неплохо. Все довольно неплохо на данный момент. Там еще деньги были, ну ладно, мы пока не будем их трогать. Ну что ж, друзья, на этом пока первую часть прохождения GTA Vice City Underground мы с вами закончим. Посмотрю на ваш актив. Постараемся набрать 200 лайков. И тогда вы увидите точно полное прохождение этой игры. И пишите какие-нибудь советы, комментарии пишите. Я всегда все читаю, все прочитываю и... Постараюсь поставить даже сердечко на каждый коммент, который вы напишите под этой частью. Только не спамьте, пожалуйста. Окей, Ocean View. Кстати, давайте посмотрим, что тут находится в комнате, раз уж мы зашли в отель. Ага, тут у нас есть броня. О, тут у нас есть все оружие. Оно не видоизмененное, но здесь есть только вот буквально 4 пушки. А, нет. О, мушка у огнемета, ничего себе. Вау, слушайте, а вот этого не было, по-моему, да? Вот это, Close Encounters. Или было? Слушайте, я уже не помню, на самом деле. Миниган. Не, мушки все-таки измененные, друзья, поэтому вот как-то так. Почему-то я, кстати, не могу сохраниться. Блин, не знаю почему. А, фу, блин, я туплю, там же сейф-то снизу. Я не знаю, почему у меня это вылетело из головы. Ладно, ребята, все, с вами был Спектр. Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал, если вы тут первый раз. Продолжим уже, я думаю, завтра. До скорых встреч!